То, что рак – бич человечества, никаких сомнений не вызывает. По смертности он занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. По страху, который внушает людям, пожалуй, первое. Но, к примеру, только четверть женщин, болеющих раком молочной железы, знают о болезни и лечат ее. За последнюю неделю несколько сотен человек в Барнауле, Бийске, Рубцовске прошли обследование на выявление онкозаболеваний груди. Насколько серьезна картина, говорим сегодня с главным врачом краевого онкодиспансера Игорем Вихляновым. Игорь Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде всего, опишите, пожалуйста, портрет пациента, кто чаще болеет, жители районов, городов и какого возраста женщины? Ну, стандартный рак – это все-таки возрастная патология, как бы то ни было. И основной пул заболевших начинается после 45-50 лет. Это первое. Второе. Существует некоторое превышение заболеваемости у горожанок по сравнению с сельскими жительницами. Но на это есть свои особенные причины. Все-таки у горожан. А почему? Какие причины? Соответственно, так сказать, это определенные вещи в плане социального поведения, более поздней беременности, короткая лактация. Это одни из факторов риска, которые провоцируют развитие рака молочной железы. Так бы я сказал. Это приговор или можно вылечить рак молочной железы? Давайте посмотрим на статистику. Соответственно, вот смотрите. Давайте возьмем 100 заболевших женщин в течение 2017 года раком молочной железы. Только 6% из этих 100 женщин, 6 из 100, я подчеркиваю, умрут в течение 2018 года. Все остальные проживут это время, проживут еще очень долгий промежуток времени. То есть при нахождении рака на ранних стадиях развития заболевания это не является приговором. Вот те акции, которые вы проводите, насколько они показательны и насколько... Первое, мы пытались отобрать во время проведения этих акций группы риска. То есть это не было огульно пришедшие молодые девушки с улицы в возрасте 20-25 лет. Мы специально отбирали женщин старшей возрастной категории. Наша регистрация специально опрашивали их на предмет нахождения у них факторов риска. Это первое. Что должно женщину насторожить? Была опубликована целая анкета, она сейчас есть на сайте онкологического диспансера. Там много параметров, как я и сказал. Это раннее наступление месячных, позднее их окончание, поздняя беременность, поздние роды, короткий период лактации и много других различных факторов. Я повторяю, анкета приведена на сайте онкологического диспансера. Позвольте на этом не останавливаться. Вот. Соответственно, что было сделано во время этой акции? У нас в диспансере обследование прошли 594 женщины. 594 женщины. Соответственно, 40 из них было отобрано в группу риска. Сейчас с ними усиленно занимается отделение профилактики и ранней диагностики. Плюс было выявлено 3 рака на ранних стадиях, подчеркиваю, развития заболевания. То есть я надеюсь, что этих 3 женщин мы спасем. Игорь Владиславович, что должны проходить, какие обследования женщин, давайте еще раз напомним, и как часто, после какого возраста? Ну, стандартно это в возрасте от 39 и до 75 лет, это маммография раз в год и обследование, так сказать, у мамолога. Но я напоминаю, что это обследование должно проводиться в условиях онкологического диспансера. У нас существует общая лечебная сеть, женские консультации. Существует 4 диспансерные группы, за которыми должны наблюдать те же самые акушеры-гинекологи, которые смотрят не только, извините, женскую половую сферу, но и молочную железу у женщин. Насколько больше или меньше по сравнению с прошлыми годами? Приведите, пожалуйста, немножко цифры, статистику, болеют женщины в крае. Ну, я должен привести статистику, наверное, за десятилетие. То есть, получается, с 2007 года отмечается рост заболеваемости женщин раком молочной железы, ну, скажу грубо, раком, а не опухолями, на 30%. Ну, такая же статистика и Российской Федерации. Вот. То есть мы ничем не отличаемся этим от Российской Федерации. Но в то же время давайте посмотрим на более прагматичную статистику. У нас сейчас на учете около 10600 женщин раком молочной железы. Но уже более 6700 из них пережили 5-летний период. То есть не настолько фатально. Мы стараемся упорно лечим эти женщины. Спасибо вам огромное за беседу, за то, что нашли время в вашем непростом графике прийти к нам в студию. И надеемся, что вашей работы будет меньше. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с главным врачом краевого онкодиспансера Игорем Вихляновым. Будьте здоровы!